Привет от ангела планет. У нас сегодня расклад. Расклад для женщин на привлечение мужчины. О чем этот расклад? Пока я рассказываю, не забудьте поставить лайк, подписаться и поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие расклады. Мы будем смотреть причину, почему женщина не может привлечь в свою жизнь достойного человека, достойного мужчину. Будем смотреть, что нужно предпринять для того, чтобы его встретить. Будем смотреть, каких мужчин вы привлекаете, какое впечатление производите, какими оказываются последующие впечатления, какой мужчина вам подходит, что мужчины больше всего ценят вас, что им нравится, что их пугает или отталкивает. Про сексуальность тоже будем смотреть, что необходимо развивать в себе. Будем смотреть, что мешает строить гармоничные отношения, ну и сможете ли вы от этого избавиться. Ну и в конце концов, для самого хардкора можно еще посмотреть на магическое воздействие. Итак, смотрим, каких мужчин привлекаете в свою жизнь. Вообще-то финансово стабильных и успешных, хороших мужчин, богатых мужчин привлекаете. Вообще-то да, тут вы хороших мужчин привлекаете. Какое первое впечатление вы производите на мужчину? Ну, вы с ним, я бы сказала, соревнуетесь на одном уровне. Он мужик, и вы в некотором роде такая женщина, иногда даже слишком неприступная, которая строит ему козни. И снова на пути стена, давай меня добейся. Поэтому первое впечатление вы производите, что вы знаете такие союзники, соратники, больше друзья, партнеры, нежели... У вас тут флирт идет, нежели вы любимые люди. А действительно, вот по десятке пентаклей партнерство, совместный рост. Даже если один дом, то рост домика вот этого на дереве. Это какие-то долгосрочные хорошие партнерские отношения. Но вы неприступно свою ведь показываете. Вот и снова на пути стена. Вы сами эту стену поставили, и ему до вас не добраться. И сами для себя эту стену ставите. Ко мне не подкатить. И чтобы еще подкатить, надо что-то доказать. То есть смотрите, что получается. Первое впечатление, оно бывает самым истинным. И его потом переделать трудно. Давайте посмотрим, какими оказываются последующие впечатления. Но последующие впечатления идут из разряда «помоги мне». Ты мужик, я женщина, женщина с ребенком в основном. Помоги мне, мне нужна помощь, я ищу мужчину, который бы мне помогал. Вот такие последующие впечатления идут. Но мужчина помогает в той или иной мере, все для дома. Может быть, вы тут прибедняетесь, на самом деле силу показываете, а потом понимаете, что вы понравились. И потом уже ведете себя так, что просите помощь. Давайте еще на последующие впечатления. Ну, вообще-то впечатление вы показываете, что любовь-то вам не нужна. Что вы такие все самостоятельные, барышни, в себе закрываетесь, любви хотите, но за любовью надо идти. Ах, оставьте, помогите, вот, да, не учите жить, помогите материально. Вот такое впечатление. Какой мужчина вам подходит, давайте смотрим. О, тут мудрец вообще-то идет, иерофант, да, такой верховный жрец. Умный, много говорит, много умного знает и много умного говорит. Но мало действует, много болтает, что называется. Свою умность и разумность показывает, рассказывает, а делать ничего не делает. Вот тут овечки разные всякие его слушают, прислушиваются. Он там глаголит что-то на площади, оратор тот еще, конечно. Какие мужчины? Давайте еще какие подходят. Посмотрим. Вот тут прям целый император подходит. Но смотрите, чтобы вам император подходил, надо быть покорной женщиной. А вы же вот тут вот наравне идете с мужчинами, с королем пентаклей. Но император все равно выше. Вот вам подходят крутые мужчины, вам подходят. Давайте посмотрим, что мужчины больше всего ценят вас, что мужчинам нравится в вас. Смотрим. Знаете, как ни странно, но что вы без них не можете. Что вы нервничаете, что вам нужна их помощь, их поддержка. Как ни странно, что-то в этом цепляет. Ага, что вы везде пролезете, где надо.
Если прямо не пролезем, мы пройдем бочком. Все разузнаем. Ну, прошаренная вы барышня, им это нравится. Ценит, это ценит. Что их пугает или отталкивает? Смотрим. Ну да, они сами вас могут бояться, отталкивают ваши страхи. Что они ваши страхи не могут закрыть, не смогут вас переубедить, разубедить. Что вы, чувствуя своей интуицией приближающуюся беду, как бы на них накаркаете. Есть такое у мужчин, что накаркала, ты опять придумала, а на самом деле нет. Ваша интуиция во снах говорит вам о многом. И могут мужчины побаиваться, да, потом говорят, что женщины ведьмы. Но я вас умоляю, нет. Вот вам, в принципе, все снится, все вам показывают, все рассказывают. Также вы боитесь, да, как вы дальше будете жить. Без денег нужны деньги. И этот страх ему как-то передаете, транслируете, и он боится, что не потянет вот этот момент. Давайте посмотрим, что еще отталкивает. О, да, ваша чрезмерная самостоятельность, что вы и без него справитесь, когда надо. Вернее, даже когда не надо. Так как вы наравне с мужчиной, ну, тут бы такая женщина вся в латах, доспехах. Если ты не будешь решать мои вопросы, то я ждать не буду. Соберусь, пойду, сама все решу. Давайте посмотрим на сексуальность. Какой вас видит мужчина, ваша сексуальность? Так, ну тут, конечно, рабочая лошадка идет. Не наблюдает, сексуальный интерес есть. Но и в то же время вы тут слишком много работаете. Пристальное внимание, ну тут кропотливый разбор вашей личности идет у мужчины. Видит вас достойной, богатой женщиной с кучей возможностей. В принципе, вас и выбирают, потому что вы сильная женщина, если так посмотреть. Может быть, конечно, вы та еще рабочая лошадка, но вот есть такая статистика, что мужчина скорее выберет более опытную, зрелую женщину с деньгами, нежели молодую, более красивую. Есть такое исследование, поэтому, конечно, он тут вас видит с одной стороны достойную женщину, а с другой стороны рабочую лошадку. Давайте посмотрим, что необходимо развивать, да, в себе, чтобы покорить сердце мужчины. Яркие, страстные, открытые, солнечные, дружелюбные отношения стоит развивать. Это покровительство, это солнце, это любовь. Развивать выход из зоны комфорта. Вот открыта у нас клетка. Выходи да действуй. Мы что-то там сидим, придумываем, думаем, что мужчина сам догадается. Нет, не догадается. Надо выходить из зоны комфорта и говорить об этом, как бы это было неприятно. Просто зачастую это ни к чему не приводило, и никак наши вопросы девчули не решались. Да? И мы уже привыкли сидеть в клетке, потому что много раз просили, наши вопросы не решались. Ну и мы уже, ладно, забили, да, сидим там. Ну вот, очередной раз надо выходить из этой зоны комфорта. Давайте посмотрим, что еще мешает строить гармоничные отношения, и вообще можно ли от этого избавиться. О, да, мы все девчули любим найти жертвить. Ну, действительно, женщине нужна помощь. Вот по этой карте у нас как раз шла помощь. И вот по этой карте. Кто бы пришел и помог, кто бы двери открыл нам, кто бы эту ручку сломанную, которую он там починил бы. Ох, старая несчастная я. Ну, тут или ждем, когда придет рыцарь, или что-то начинаем действовать, кого-то сами просить. По поводу избавиться ли от этой стратегии, давайте посмотрим. Ну, все в наших руках. Мы можем избавиться от этой стратегии, если захотим. Но если она нам выгодна, мы от нее не избавимся. Ой, какие мы хитрые это оказывается. Вот оно что. Ну, пожалеет, придет, починит. Да? Мужчина. Давайте посмотрим. Для самого хардкора. Есть ли негативное магическое влияние, которое может помешать отношениям? Смотрим. Ну, нет, тут мужчина идет с какими-то обязательствами. Он сам зануда, сам дотошный. Ну, вот по этой колоде, по этому раскладу магических воздействий нет. А, есть сами бичевания. Что мешает строить отношения или мешает вот сейчас с теми мужчинами, которые рядом заводить отношения, так это то, что я недостойна,
меня обидели, я буду сидеть ждать помощи вниз по социальной лестнице, никого не хочу видеть, не хочу уходить. Но тут, скажем так, негативное воздействие накручивается, притягивается вот этим самым бичеванием. Вот они, духи-то летают вокруг. Потому что вот нас прогнали, тут женщину прогнали, унизили, опустили. Второй раз на такое она не согласна, поэтому думает, что с ней не все в порядке. Выходить заново вот из этой вот зоны комфорта. В принципе, не хочет, в принципе, понятно почему. Ментально-психологические воздействия начинают притягивать негатив. Вот эти вот присоски все и накрутки, и оморочки в голове. В принципе, тут можно, конечно, и почиститься, чтобы привлечь мужчину. Благодарю вас за лайки, подписки, тот, кто поставил колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Жду вас на личных раскладах, консультациях. Ссылка в описании канала есть. И давайте с вами прощаться. Увидимся на следующих раскладах. Пока-пока.